Всем привет, дорогие мои друзья, хорошего вам настроения, с вами Рэй, продолжаем играть в игру «Война шуток», и у нас, ребята, сегодня будет, наверное, заключительная серия по этой игре, потому что у нас остался лишь последний босс, который находится у нас летом. Да, именно тут. Ну что же, не будем себя долго ждать, заставлять, продолжаем игру. Так, я поменяю, наверное, повара, да, и на суху себе оставлю. Ну что же, погнали. Так, вот он, штаб главный. Турели. Уничтожить вражеские пушки в количестве 6 штук. Использовать спецатаку и пройти уровень меньше, чем за 5 минут. Нет, ну это, конечно, издевательство, но попробуем. 141 день войны у нас. Друзья, готовьтесь. Джин собирается применить против нас весь свой арсенал. Бык-разрушитель. Этот здоровяк очень силен и имеет много здоровья. Разберитесь с ним в первую очередь, иначе он разнесет все на своем пути. Да? Я так не думаю. Ну, по крайней мере, быков у нас еще не было. Так, ладно, ребят, давайте. У нас здесь что получается? Раз, два, три, четыре. Четыре и три, семь турелей. Плюс одна маленькая мини-база. Все это будем, естественно, разносить в пух и прах. Начинаем с ближних турелей. Так, смотрите, а куда это там бык пошел, я не понял. Опа-на, в какую-то яму провалился он. С чего это вдруг, а? Так, турель, хорош выделываться, все, нормуль. Одна из шести у нас подбита. Давайте-ка мы поставим с вами пердушечку, пускай бомбит. Слушайте, хотя я думаю, наверное, мы с вами будем переходить на томаты. На самую последнюю турельку, она вроде бы неплохо себя проявляет. Так что я думаю, что есть смысл. Куда же этот бык у нас все время проваливается? А? В какую-то яму. Так, а вот у нас и мини-база, ребята, виднеется. Давайте-ка мы сейчас ее по-быстренькому разбомбим, чтобы она нам не мешала в будущем. Елки-палки, по мне и пердушки, и заморозка действует. Посмотрите, а? Так, ну я все равно забомблю эту маленькую базенку. О, бык вышел. Причем, ребята, он ничего и не делает даже. Хе-хе, салага это, а не бык. Ладно, чертова пушка замораживающая. Блин, она меня замораживает, я еле иду. Ох ты! У меня там турелька-то уже наладом дышит. Надо ее срочно починить. Вот так-то оно будет лучше. Замечательно. Давайте вот эти, наверное, турели разбомбим. Тут у нас что? И помидоры, и яйца. Чё только не кидают в меня, а? Да ладно, ты успокойся, а? Яйцеметка. Так, давайте мы перзушку сюда влепим. Так, а сюда помидоры. Все, замечательно. Так, кто-то там мою машину, я смотрю, кромсает все-таки потихонечку, да? Уже даже немного хп у нее отняли. Но мы отвлекаться не будем, наверное, да? Давайте уничтожить еще три турели нам осталось. Вот они, вот эти вот последние турелечки. Мы их забомбим, и откроются ворота у нас уже к самой главной базе, которую, естественно, мы с вами разбомбим, и уровень у нас будет пройден. Хорошо, одной турельки не стало. Так, давайте поставим сюда. Замечательно. Так, ну что, вторая почти тоже уже разбита у нас. Новый уровень получили. Так, да что ж такое-то, елки-палки, что за путаница здесь? Все, ребята, все турели мы уничтожили. Давайте помидоры сюда поставим. Ну, в принципе, и все, ребята, можно уже идти и бомбить главную базу. Эти хламоны здесь уже нам ничего не сделают. Как видите, я их всех расколбасил своим суперударом. И вот она уже база. Виднеется, которая сейчас же у нас и получит по полной программе. Так, что вы со мной хотите сделать? Ребята, я же в блоке. Точнее, я в ауре, в щите, в ядовитом, так скажем. Ну все, мы добрались. Вот так вот, суперударом мы ее немножко подбомбили. И считанные удары, ребята, остались. Нам уже здесь никто ничего не сделает. И, наконец-то, победа. Но, по-моему, я не все условия, ребята, сделал. Да, я не использовал спецатаку 3 раза. Поэтому получаю всего 2 звезды. Ладно, не беда, ничего страшного. Так, главное, что мы переходим с вами на 2 уровень. А их всего у нас 4. Так, менять мы никого не будем. Пойдем тем же самым составом.
Так, интересно, кто-нибудь новенький добавится? Нет. Так, показывают нам базу. Да, здесь, смотрите-ка. Это что такое? Что за ответвления всякие? Плюс еще дыры в землях. Для чего, я так и не понял. Ну, видел, что быки именно туда почему-то проваливаются. Выплевываемся. 3, 2, 1. И, как говорится, время веселиться. Побежали, повар. Жалко, нет какой-нибудь, знаете, бафа такого на ускорение, чтобы он бежал как пуля. Так, давайте эти турели мы ближайшие начнем разбивать. Потом поставим свои пушки. Я думаю, что это будут у нас, скорее всего, помидоры. Потому что они более-менее эффективны. Так, смотри-ка, смотри-ка, бык идет. Идет, идет ко мне сюда. Так, давайте помидоры поставим. Оу, пора меняться, естественно, ребята, потому что он меня расколбасит. От быка осталась одна буженина, елки-палки, в которую вилка воткнулась. Так, давайте сейчас мы здесь тоже, наверное, с вами установим помидоры. Новый уровень я получаю. Никто со мной тут не сможет справиться. Так, бык, пошел ты отсюда, а? Что тебе надо? Один этот только остался, кусок от него мяса валяться. Так, тихо, раздухарились вы тут что-то, ребята. Тут, а, ну правильно, три турели. Нехило они мне здесь дают джазу. Одна причем заморозка и яйцеметка. Блин, жалко, у меня нет суперудара этого пирога летающего. Я бы сейчас сюда призвал бы, сразу бы эти две турели накрылись бы у меня. Так, ну давай, давай, повар, не балуй, разбивай как можно быстрее. Ну, он не хочет, ребят, тем более у него было мало хп. Так, замечательно. И вот эту заморозку мы сейчас заколбасим. Смотрите-ка, не только бык, а и остальные чудики у нас прыгают в эти ямы. Видимо, это какие-то порталы, может быть, да. Они сюда запрыгивают, а в другом месте где-то вылазят. У меня почему-то именно это сейчас в голову идет. Так, у нас, смотрите, здесь и турели, и мини-база наконец-то здесь у нас. Сейчас мы вот здесь вот суперудар применим. Фух, козырно. Но не добили мы, к сожалению. А у повара у моего еще пока суперудара нету. Зато теперь есть. Так, ну я думаю, что мы не будем его применять, потому что незачем. Все, смотрите-ка, три турели у нас. Замечательно. Давайте вот эту вот маленькую базирку сейчас расколбасим. И все, ребята, стена рухнула. Пора, пора разбомбить ихнюю главную базу. Тын-дырин-дырин-дырин, бегут, бегут. Да, против помидоров тут, ребят, не поспоришь. Остались считанные минуты жития этой базы. Мы ее, причем, быстро довольно расколбашиваем. Как видите, повар мой псих, бьет наотмашь. Тем более, у него аж прям тесто летит. Вот так вот. Победа, ребята. И, по-моему, здесь мы уже все условия выполнили. Да, и смотрите, получаем 3 звезды. Комарик такой радостный сразу. Ну что же, продолжаем. И мы с вами переходим на третью миссию. Ребята, это предпоследняя у нас получается. 22 июля у нас на дворе. Менять никого не будем. Пойдем тем же составом. Я думаю, что мы так и пройдем игру. Именно вот на сухо и нашим поваром. Так, показывают опять же нам карту. 158 день войны. 35 врагов нужно победить. Развить обоих героев до 5 уровня и уничтожить мини-базы в количестве 2 штуки. Понятно, все вроде бы могу сделать, кроме не уверен, что буду развивать всех до 5 уровня. Не успею просто-напросто. Пора веселиться. Да-да-да, и мы бежим. Интересно, какой здесь будет у нас последний босс, ребята? По идее, должен быть сложным. Так, эй, тут яйцеметка и что? Подушка-пердушка, понятно. Точнее, не подушка, а турель-пердушка, скажем так. Ну, давай ты уже сдавайся, елки-палки. Готово, теперь за это беремся. Так, давайте помидоры. Будем ставить одни помидоры, ребят. Потому что они и стреляются далеко, и довольно мощные. Я так подумал, что нафиг нам эти пердушки там всякие, яйцеметки. Будем вот на одних этих томатах жить. Так, смотрите, у нас здесь еще две турели. Ох ты, смотри, какая армия идет. Почему-то бык опять в эту яму прыгает. Че ему так там нравится сидеть-то, а? Хотя, с другой стороны, он нам не мешается, поэтому пускай там сидит себе спокойненько. Блин, я хочу себе раскачать этот суперудар ядовитый. Блин, во-первых, у него очень мощный удар. Во-вторых, базы и турели только с ними замечательно разносить. Ага, вы посмотрите.
Нет, пока все нормально, под контролем. Я думал, что они дошли уже там до моей машины. А нифигашечки, потому что турельки еще все абсолютно целые. Бык что-то нам бодается, но абсолютно никакого вреда нам не наносит существенного. Так что мы терпим. Эй, еще одна турель минус. Давайте ставить помидоры. Нормуль, все, пока у нас под контролем. Опять тут у нас бык идет. Смотри, ну что он делает? Бум, один раз баданул, все. И это называется, ребята, он будет сносить все на своем пути. Да его сейчас турели там размажут просто по земле. Так, готов. Турелька еще одна у нас подбита. Слушайте, а бык довольно силен. Его почему-то суперударом так легко не подбить. Как обычно, тихо, ребятушки. Ай-яй-яй, все, успел, ё-моё. Я же думал, сейчас подобьют мне мою носуху, моего бобра. Но поваренок вовремя включился в бой. Давайте распишем вот эту вот турель. Кстати, вон уже мини-базенка видна. И причем, ребята, у меня одну турельку уже разбомбили. Смотрите сами, она почернела. Так, подожди-ка, что мне... Ох ты, и здесь забомбили. Вот это уже плохо, ребятушки. Ладно, давайте мы сейчас здесь. У нас, кстати, новый уровень, и получилось новый скилл мы получили. Это страх. Так, тихо. Не забомби. Ах, успел. Фух. Я уже думал, что все. Нет. Давайте, естественно, будем выставлять помидоры и бомбить вот эту вот базенку. Фух. Так, что у нас получается, ребята? В принципе, все хорошо, но где-то мы одну с вами пропустили. Не маленькую базу, а где... А, подождите, стена рухнула? Ну-ка, дайте-ка я вот сюда портанусь. Вот она у нас. Ясно, мы сейчас к ней как раз и направимся. А вот и турель у меня сломанная. Все, мы ее починили. Тут тоже починили. Но одна все равно где-то у нас не работает. Хм, странно, где же она может быть? Ну что ты там у меня, бобер, бежишь или нет? Давай быстрее, запутался уже, бедный. Ага, здесь нифига не получится, думал скоротать. Нет, придется идти теперь в обход. Ёлки-палки, тратим свое драгоценное время. А вот она, турелька эта где. Все, теперь у нас все под контролем. Сейчас вот это вот уничтожим. Хотя, в принципе, ребята, там было написано, что стена рухнула. И, по идее, вот эту мини-базу можно было бы и не трогать. Но нам нужна она по заданию. Замечательно, все, идем теперь валить. Так, и где враги-то? Что-то я никого не вижу. Никто не появился. А, вон они идут. Хорош там с мешком бежать, блин. Ну так похож на этого, на федерала, елки-палки. Так, подлечим. Замечательно. Ну что же, сейчас мы, ребята, с вами ее забомбим. И у нас останется только лишь один уровень, который нам останется пройти. Слушайте, довольно прикольная, веселая игра. Единственное, жалко, ребят, что очень быстро проходится. Я бы, конечно, хотел, чтобы сделали для нее какие-нибудь обновления, новые карты, новых монстриков бы сюда добавили. Победа! Так, мы все выполнили, получаем 3 звезды. Шикарно! Новый рекорд, как-никак. Ну, что, Джин, ты готов с нами встретиться? 15 августа. У нас на дворе. И какой там у нас, интересно, день войны-то. Ох ты. Ё-моё, чё у него там только нету. И заморозкой. 164-й день войны. Победить робот-джина. Вражеские пушки 12 штук. И пройти уровень меньше, чем за 8 минут. Да это издевательство, это невозможно, ребят. Нифига тут карта, смотрите. Какая-то закрученная по спирали. Хорошо, ладно, будем пытаться. Мы победим только в том случае, если будем действовать сообща. Покажем Джину, что зря он связался с нашим парком. Ну, естественно. Так, робот-джин. Это механическое чудовище, самое опасное создание Джина. Оно готово уничтожить все на своем пути смертоносными зубами. Да? Зубами? А я вообще-то думал, что у нее там пушки. Что ты там орешь, а? Какой крик, как будто, я не знаю, из туалета, блин. Или на толчке сидит он. Так, тихо, он уже бомбит, вы представляете, ребят, я... Да хорош ты! Я еще только к первой турели подошел, уже снаряды этого робот-джина летят. Давайте вот хотя бы одну подобьем, уже будет немножко попроще. Так, замечательно. А тут у нас что? И заморозка. Так, смотрите, хп очень мало. Черт, я не успел переключиться, завалили. Ладно, хорошо.
Мне еще нравится, когда вот этот повар бежит. Вы посмотрите, как у него этот пирог там дергается, как желе, как будто бы. Тоже турельку мы подлечим, естественно. Так, это у нас подушками и пердушками стреляется, да, турель? Ладно. Здесь должны быть, естественно, помидоры, ребят. Так, заморозка эта бесявая, а. Замедляет нас. Мне не нравится, когда мы медленно идем. Мы и так-то не быстроходы. А еще, когда замораживают, вообще медляки становимся. Что это там робот-джин орет? Как будто я не знаю, что там с ним делают. Так, ну что, бык, давай, а? Мимо. Так, что у нас тут на пути есть? Я вижу две турели. Три даже. И опять, наверное, да? Яйцеметка. Помидоры. А, нет, там пердушка. Помидорами стреляется. И заморозка. Да ты бей не быка, давай, а турель, блин, переключаешься, бобер, а? Что это за подглючивания такие? Мне это не нужно. У нашего бобра очень мало жизни. И повар, как назло, не откатился. Да, ребят, погибаем мы. И начинаем с самого начала. Ты смотри, как этот гаденыш по нам шмаляет, а? Этот робот-джин. Заодно турельку подлечим. Ну, в принципе, с одной стороны, хорошо, что мы... Ты смотри, бомбит и бомбит. Так, вот еще у нас одна турель, да? Нерабочая почему-то она была. Я не понимаю, почему они не работают, хотя вроде бы... там орет, блин, идиот. Давай-ка вот эту вот последнюю яйцеметку сейчас забомбим. Ну-ка. Так, замечательно. Представляете, да? Три этих турели, которые помидорами. Там просто такой град этих помидоров будет на врагов лететь, что никакого шанса на выживание. Так, ну что, маленькую базенку мы эту сейчас распинаем. Она довольно легкая и простая. Я мог бы, конечно, даже пирог применить, но не хочу. Бинго, отлично. Продолжаем. Аниматроник, иди отсюда. С базукой-то бежит он. Новый уровень. Вот, вот это я понимаю, ребята, у нас с вами суперудар. Замечательно. Чем он там стреляет? С каким-то ядовитым облаком, я смотрю, этот джин-то, кстати. Черт подери, ну дайте мне пройти. Еле идет. Нифига у него тройной заряд. Шпарит там по мне. Так, повар, давай-ка. Ох, не успели мы, ребята, не успели, блин. Подбил меня как раз на том моменте, когда я делал суперудар. Подловил, одним словом. Хорошо, повар, давай быстрее сюда. Можешь ты бежать быстренько. Не на цыпочках, а галопом лететь. Еле ноги-то передвигает. Радостный, довольный. И перед бежит он. Так, и здесь, смотрите, эти враги просто бесконечно прут на нас. Кассета, отвали отсюда, а. Чё-то как-то я вот до этого места дохожу, ребята, и у меня уже очень мало хп. Бобёр, я только на тебя переключился, и у тебя уже столько мало жизни. Какого лешего? Как так? Ты посмотри, что тут... О-о-о-о-о-о-о, не успевай, не успевай. Да отойди ты... Блин, да что ж ты будешь делать, а, ребят? Представьте, да, там идет куча врагов, плюс этот джин по мне стреляет. Вы посмотрите, он только лишь три снаряда выпускает, у меня уже пол хп нету. Соответственно, я переключаюсь на бобра. Пока у меня бобер будет до сюда доходить, у него тоже уже пол хп не будет. Посмотрите, вот бык идет. Ну-ка сейчас. Ладно, здесь еще нормально у нас прошло вроде бы. Вот, смотрите, три залпа, у меня уже пол хп нету. Повар еще не откатился. Давай, поваренок, переключаемся на него и будем идти дальше. Так, аниматроник, ты достал уже меня тут. Отвали. Как раз вот на этом месте мы все время с вами погибаем. Суперудар. Так, ребята, ну вот, одну турель запинали, наконец-то. Переключаемся и давайте вот эту яйцеметку валить. А та-то турель почему у нас подбитая вдалеке? Я ее вроде бы даже не трогал. Хм, странно. Давайте помидоры. Так, подлечим. И здесь тоже помидор сделает. Во, ну наконец-то мы, ребят, с вами сдвинулись с мертвой точки. Ёкалмэн, нифига он шпарит. Да ядрёна вошь, ты посмотри, еще три турели у нас впереди. Так, бегите отсюда нафиг. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Не успел, блин. Ай, и бобер в этот момент тоже. Там немножко осталось буквально, чтобы я мог его призвать. Как же ты медленно бежишь, а ну. Тун-тун-тун. И все. Опять у нас жизни нету. Практически пол хп осталось. Так, подхилим здесь. Кассета там даже не успела добежать, как ее просто распинали.
Так, почему? Интересно, я переключился на повара, у него уже нету жизни. Он что, не успел восстановиться, что ли? Этот там псих орет, все. Не угомонится никак. Надо ему, ребята, угомонить. Вот что я вам скажу. Так, бык, вали отсюда. Не хочу с тобой даже связываться. Ох, тут у нас что за заваруха-то такая? Так, эту мы турель подлечим. Блин. Кстати, вон он уже виднеется, босяра, на самом верху. Тихо, тихо, не надо буянить. Бобер, давай. Мы, наверное, ребята, сейчас будем делать по-хитрому. Или ставить себе защиту, чтобы хоть как-то продвинуться. Потому что, ну, невозможно просто. Он бомбит бесконечно по нам. Так. Все, замечательно. Мы в защите побежали как можно быстрее. Вот эти вот попробовать турели забомбить. Супер удар может применить. Дай добежать вот сюда, вот, вот сюда. Отлично, успеем, нет? Да, ну нафиг, да как так? Он уже почти делал супер удар, они взяли его, разбомбили. Моего бобренка, а. Так, повар, давай ты, ё-моё. Ну, подускорься-то хоть маленечко-то, а. Идет там довольно. Как будто вышел на прогулку. У нас здесь, видите ли, война идет. Ну, хоть и шуточно, но все-таки. А он идет себе. Ты-ты-ты. На цыпочках, блин, о. Бекончик один остался. Так, а кстати, вот эта вот фигня, которую Джин бросает, это, ребята, заморозка, да. Потому что мы синеем сразу же и начинаем медленно-медленно передвигаться. То есть он будет по нам и яйцами там бомбить, да, и заморозкой. В общем, все, что у нас есть, тем он будет и пользоваться. Получается так. Смотрите-ка, пока вроде бы тихо. Да-да-да-да-да, ага, конечно. Все, одну турель забомбили, замечательно. Там еще, кстати, мини-база у нас. Так, давайте сюда помидоры, конечно же, ставить. Все. И попробуем с вами разбомбить вот эту маленькую базенку. И останется у нас лишь только на пути турель одна. Естественно, мы ее быстренько разобьем. Так, бычара, иди отсюда. Не нервируй меня. Все, тут готово. Так, осталась одна турель, и там уже будет у нас джин. Который, естественно, никуда не уйдет от наказания. Так, опять враги прут. Это не есть хорошо, давайте пирог. Вот так вот. Хе-хе-хе. Выставляемся. Замечательно. Все, по-моему, больше никого здесь не осталось, ребята. Только лишь босяра. Да почему вот у меня после удара такая фигня происходит? Слушайте, мне такое ощущение, что я бегаю по кругу. Или это мне просто так кажется? Давайте-ка вот так вот мы сделаем защиту. И уже добежим, блин, до этого босса. Вот он. И начинаем потихоньку его бомбить. Так. Черт, суперудар зря, ребята, только использовал. Надо было, когда у нас враги тут будут. Так, пирог. Вот пирог уже отлично сработал. Смотрите, сидит там. Ныкает. Ноет, блин. Так, так, так. Смотрите, у меня мало хп, ребята, мало хп. Ну, 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 отбегай. Отбегай, 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 отбегай. О, бобер откатился бы. Ага, все, замечательно. Так, делаем опять же себе ауру защитную. Добегаем до джина. И начинаем его бомбить. Неохота просто опять здесь погибнуть и начать с самого начала. Слишком далеко бежать. Так, ну что ты тут выделываешься? Давай, сдавайся уже. Ну, давай, защита. Ну, катись, отлично. Все, еще живем пока, ребята. Так, давайте-ка, наверное, может быть, суперударчиком его. Вот так вот. Осталось только лишь добить. Ну... Ну, я думаю, что повар дело сделает свое. Да, ребята. Получили значок, и робот Джин погибает. Победа! Ну, 2 звезды, правда, получили только. Но ничего страшного. Дадут там какую-нибудь конечную заставку или нет? Ха-ха, сегодня победа за вами. Слушайте, это какой-то автомат. Но я вернусь в прошлое и снова выиграю войну. Да, ребята, это автомат, где получаешь сухарики, там всякую фигню. Вам никогда. Что нам никогда? О, нет. Ага, доигрался со своей бомбочкой. Дуралей. Это что такое, с неба сосиска, что ли? Смотрите, офигенная огромная сосиска прилетела. Причем это надувная была сосиска с водой. Вот так и становятся победителями. Маслмен такой довольный. Я этим займусь. И выкидываем эту бомбу к ядрене фени. Еее, так держать, Маслмен.
Вы все молодцы, а теперь займемся насущными делами. Проведем основательную уборку. Им придется все вот это вот убирать, что не разнесли. Понятно. Ну что ж, дорогие мои друзья, в принципе и все. Игра «Война шуток» у нас пройдена. Будем надеяться, что будут какие-нибудь новые обновления или еще что-то типа того. Если вы будете в курсе, вы мне сообщайте. А на этом все. Всем большое спасибо за просмотр и увидимся уже с вами в новых видосиках. Так что всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравилось, то ставим лайк. И все, ребята, всем пока. Удачи, чао.